местный шоумен. Артист-шулер, если летом открыть окно чуть-чуть, то сразу услышишь девичий хохот и крики пьянчук. В спасательной шлюпке уходит в плавание по алкогольным рекам и морям. Запивоха алкокомпонент, о чем порой догадывалась его жена Хайме. Еще там полно мрази и хамов. Вот поэт смотрит на девушку влюбленными глазами. Этот кроткий взгляд не раз помогал ему завоевывать сердца. Он ничего не заказывает, потому что у него мало один знак. Он только тихо вздыхает и смотрит на папайю из-за угла. Поэт подходит к самовару и в третий раз наливает в чашку кипятку. Бармен виски протирает запотевшие стаканы. Он кидает презрительные взгляды. То туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда. На тех, кто застыл над выпивкой, как истуканы. Цоканье каблуков, цоканье боков и рюмок, цоканье зубов и языков. В цоколе спасательной шлюпки шмары и шлюхи, в цоколе спасательной шлюпки шкеты и шухер. Вообще-то поэта, который без строчки не может прожить и дня, зовут Капанен Лири. Но кому нужен этот поэт с таким позывалом? Вы можете зваться хоть говном, а первый сборник назвать херня. Это ваше личное дело, какое взять погоняло. Вот Лири и решил назвать себя авокадо. Когда-нибудь он найдет себе женщину с большим окладом и бросится с нею в любви в омут, чтоб за ее счет пить мохито и вермут. А пока авокадо влюблен в папайю, с которой они познакомились в поэтическом клубе. На самом деле папайю зовут Вирше, но авокадо решил взять выше. В силу художественного вкуса дурочка папайя корчит из себя знатную леди в клубе. Сигаретку она курит через мундштук. Напитки сосет через трубочку. И осанка у величественной папайи в тренде. Прежде чем войти в артистическое кафе, папайя надевает кружевные митинги. У барной стойки в виски случаются настоящие митинги. Потому что в спасательной шлюпке народу тьма. Здесь лавает на гитаре Рокси Аути. А гитара у него как полость весла. Вот он поет свою гитару на стойку бара. А там ветрится на поворотных стульях Илья Вилья. Они знают, если Рокси напьется, он может налить им выпить. От перцовки и водки девки бы не отказались. А вот сырое мясо им нельзя никак, потому что в спирте и так много калорий. А Хире и Вилье нужно держать себя в форме. Хире и Вилье — модели местного агентства Вильдан. Цоканье каблуков, цоканье бокалов и рюмок, цоканье зубов и языков. Цоканье спасательной шлюпки шмары и шлюхи, цоколе спасательной шлюпки шкиты и шухер. Цоканье каблуков, цоканье бокалов и рюмок, цоканье зубов и языков. Цоколе спасательной шлюпки шмары и шлюхи, цоколе спасательной шлюпки шкиты и шухер.